Злой мамонт идти. Ты смотреть доление. Откуда ты знал, что я так умею? А, ты и не знал. Вот он! Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша. Играем Far Cry Primal. Ночь, снег, мамонт под задницей, полная луна. Конечно же, это время приключений с Токаром. Со стариком Токаром, который мерзнет даже сидя жопой на мамонте. Что, нельзя было снежок стряхнуть или как? Что ж, мое дело уши мамонту крутить, чтобы мы двигались в правильном направлении. А твое лайк ставить, если тебе понравилось, ты хочешь продолжение этого кардебалета. А он будет многообещающим, ведь мы отправляемся на охоту этого кровавого бивня. Я не знаю даже, где мы его найдем, но как-нибудь сейчас обойдем куда-нибудь. Но прежде давай-ка сделаем шаг назад. Где-то здесь обитали олени. Где-то здесь я и расставил ловушки, капканы. Может быть, удастся хоть кого-то поймать. Я не говорю сейчас о белом олене. Кого-нибудь. Удалось ли или нет? Сейчас мы это выясним. Мне еще надо как-то спуститься, а здесь вот такая подстава. Ну, я думаю, сейчас где-то найдем же, да? Хотя мамонт на меня может обидеться. А может, просто покрутит ушами и все. Он не хочет туда. Да и у меня нет большого желания его убивать. Давай-ка попробуем обойти. Вроде как-то там можно было это сделать. Сюда, например. Как-то с трудом протиснулись, да? Так, здесь что? Блин, высоковато. Мамонт не прыгает, да? Угу. Давай с трудом протиснемся обратно. Меня до сих пор удивляет тот факт, что... Ну почему нельзя-то, а? Ой, нет. Ой, не говори мне этого. Нормально все. Нормально. Уши не пролазили. Жопой пролез. Уши не пролазили. Меня удивляет тот факт, что мы мерзнем верхом на мамонте, но... Интересно, а костер, вот так вот факел подействует на нас? О! Подогрели задницу. Все хорошо. А то как-то слишком сильно начал подмерзать. Вот он спуск, вот он мамонт. Аккуратненько, да? Да-да-да. Да-да, все. Перестань. Это ж потом обратно еще лезть. А может быть, мы найдем другую дорогу. Вот. Здесь я еще вроде даже и не добрался с этими ловушками. А там должен был растыкать их. Может быть, кто-то найдется, а может... С ножом в спине, кстати. Каменным, разумеется. А может быть и нет, ну... Такое, я вообще не наблюдаю ловушек. Наших. Неужели наши все сперли? Или они не отмечаются, не отображаются никак? Где-то здесь я уже их раскладывал. Возможно, прошло слишком много времени, и они уже рассыпались. Возможно, туда уже и попались какие-то олени. И просто-напросто их уже съели. Или они заморозились и превратились в камень. В общем, другого объяснения я не вижу, но здесь я точно помню, что я их раскладывал. Ну хорошо, давай пройдемся чуть-чуть вот по касательной. Хотя,
Да нет, вот здесь я бегал и... Сыпал этих ловушек. Штук 10 их, наверное, разложил. Я их не вижу ни сам, ни это... Видение не помогает. Ну, вероятно, это просто все сводится к тому, что, во-первых, нужно было быстрее к ним вернуться, а во-вторых... Ну, а толку? Сегодня здесь все равно не было бы белого оленя, да? Или все настолько сурово, что вот раз олени водятся в этих местах только днем, то только днем и можно собрать их мясо с ловушек. Это было бы дико, но кто его знает. Ну знаешь, ни единой не нашел. Это говорит о том, что... Хотя... Не, это явно говорит о том, что... Ну, видимо, надо было раньше, да? Этого тигра никто никак не завалит. В общем, мы, если найдем еще чего-нибудь такое... Оленью какую-то тропу, да? Обязательно попробуем как-нибудь там накидать ловушек и к этому делу вернуться. А сейчас мы отправляемся на кровавого бивня. Поэтому будет сурово. Я в этом уверен. Не, давай вот так. Кстати, мы... А, ну да, там же было тепло, там не мерз Дакар, в принципе. Я думаю, может быть, я просто место перепутал. Да нет, вроде я даже там по ландшафту помнил, что там все нормально. И это то место. Так, как же... Да не реви ты так! Мне тут еще обойти надо. А тут узко, а ты ревешь. Так, давай вот сюда. Вот хотя бы не так узко. Не обидишься на меня? Я на секундочку. Мне интересно, что в том мешке. Не убегай, пожалуйста. Что? Красный зеленый лист. Ладно. Что ж ты в воду-то заперся? Холодно же, наверное, нет? Ладно. Налево или направо? Ну, давай направо. Минус мамонта в том, что... Блин, вот это мне надо все. То, что мы не можем собирать на нем. Мне эта глина пригодится. Не убегай! И камень мне нужен, и глина мне нужна, это все. Ну, что тебя понесло туда? Я не понимаю, что тебе там понадобилось? Я же говорю, моя задача уши мамонту крутить. А я здесь зайду, тут такой крутой подъем. Так, и мы сейчас упираемся в гору, да? Да подожди ты. А, значит, все-таки вот так обойдем, да? Если я правильно понимаю, то должны. Ну, по идее, мне даже в гору надо, поэтому...
Да ладно, это редкий был волк. Не знаю, но его мясо мне надо. И поесть, и поесть. Нет, нет, никаких. Стой! Ну. Дамба, что ты делаешь? Вот была бы хохма встретить здесь оленя. Белого. Да? Ой. Интересно, зря я поднялся так высоко или нет? Блин. Ну, мне почему-то кажется, что именно вот так надо туда зайти, хотя здесь еще какая-то штука. Давай вернемся, это и то будет быстрее. Так, дамба, ты че? Опять уши. Уши — это наше все. Ты посмотри, как мерзнуть ты начал, а? Зассал. Я не понимаю, что ему не нравится. Я там забил случайно несколько вообще козочек. Что ему не нравится? Бери да жри. Ай, хватит перепелок-то что трогать. Чудовище ушастое. Я так и знал, что расцветет. И, судя по всему, мамонт злится, что его так долго эксплуатируют, да? Сейчас представляешь, иду-иду. Бабах и линия электропередач. Вот это бы токар удивился. Прям сильно. Оп. Стой. Стой, 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 стой. Мясо, да? Ладно, давай козочку заодно. Не пропадать же добру-то, да? Поехали дальше. Ты чего? У нас такое плодотворное сотрудничество. Ай! Ой, здесь еще что-то. Помощь Винджа. Ну давай, мы поможем. Блин, да... А очень надо помощь. Да блин. Хотя, слушай, а может быть это и как раз и вход. А может быть так и надо, но правда я вряд ли успею сейчас, пока спущусь. Хотя я стараюсь быстренько, да? Интересно, замертво мамонт может упасть? От таких моих манипуляций. Там глина вроде еще была. На месте мамонта я бы уже ненавидел ездока, но... Оп, 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 оп. Я, конечно же, сейчас попытаюсь спасти Уинджа. Всех. Но неизвестно, чем это кончится. Ребят, я... Я не понял вообще, а? С другой стороны, их не окружат, а? Вы не ожидали, да, такого, ребятки? О!
Все, Уинджа спасен. Уинджа. Ну, ребят. Че, как дела? А я своих не затопчу здесь? Аккуратно, аккуратно. У Дамба уши такие... жесткие. Так, так, так. Воу, хет-трик. Ты чё, что, спрятался, типа? Нет, все в порядке. Уинджа спасен. Ребят, выйдите из-под колес. Ей-богу, я же это... Я ж спасаю. Я ж спасатель. Ядрить, по-моему, одного только что намертво спас. Ребят! Вперед! Назад! О, это наш человек. Это наш человек. Без мамонта было бы здесь геморройненько, честно. Ну, пришлось бы побегать. Погаситься. Тихо-т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 ихо. И бам! Хоботом его, хоботом. Все, мы молодцой. Ребята. Плюс 4 штучки Уинджа нам в копилочку, да? Все, ребят, я... Дальше. Можно было вот это вот слезть, всех обобрать, но... Нахер. У нас и так все в порядке, и я тут челночным бегом на мамонте, знаешь, позанимался тоже прилично. Так что хватит. Хватит херней страдать. Отравленное дерьмо. Так, а что это у нас здесь? Ребят, серьезно? Вы не можете пристрелить бедного медведя? В задницу, все. Я, конечно, все понимаю, но... Надо же совесть иметь какую-то элементарную, да? А что у нас здесь такое? По-моему, я там был. Мне вот сюда. Сейчас будет подстава в том, что я не смогу на мамонте это сделать, да? Что нет? Что нет? Вперед, блин. Нормально здесь все. Дует, главное, в хобот. Потом, потом, все потом. Или это уже началось? Но если началось, то... Что поделать? Что вы с ними тут с двумя голыми делали? Да ладно. Ну хорошо. Да, ты сделал для меня все, что мог. Спасибо большое. Не думай, что я не ценю. Я ценю. Даже очень. Но Дакар устал. Потому что ушами мамонта шевелить это прям тяжко. Вот. Пс! Ты что делаешь, а? Во. И замерз, если что. Порядком. Ну ничего. На том свете согреемся, да? Вперед! Цель большой охоты находится поблизости. Еще бы. Я так к этому стремился. А охота обещает быть очень быстрой, если у нас здесь не будет где спрятаться. Куда свернуть. О! Вот оно, где мы жопу-то отогреем. Ну и, наверное, перекусончик, да, такой. Двойной.
Два бутера заточил возле костра. Да ты что, милое дело. Бутеры, правда, у него с сырым мясом и каким-то лопухом, но... Выбирать не приходится. Так, вот это дело мне очень-очень пригодится. Там нужно обустроить еще комнату. Да. Что-то я тут слышу у дам. Помимо рева этого страшного. Нет. Это мне показалось все. Кострище. Точка воскрешения. Вот это нам, наверное, понадобится скоро. Нет, это был не удам. И даже не удам. Нет, подожди, отдохнуть. О, шкура пещерного, большого, шкура обезьяны. Мне бы редкого носорога шкуру вообще-то еще вроде как для... Да, надо. Ну, давай с тобой поговорим. Злой мамонт идти. Ты смотри в долине. Откуда ты знал, что я так умею? А, ты и не знал. Вот он! Ты что? По две пары бивней. Надо остановить мамонта. Я вернуть его дух в Урус. Лучше бы завербовал. Охота на кровавого бивня начинается. О. Пополнили запасы и вперед. Кажется, он снес все на своем пути и побежал дальше. Собственно, как и полагается, кровавому бивню, да? По-моему, у меня закончилась веревочка, да? Ну и хер с ним. Да, вот такие вот мы с Такаром, ребята. Пацаны, а чё, как будто бы и не было ничего, да? Мяско себе понесли, вот это вот. Но я вижу, что было. И он пошел туда. Ну и я одно. Кусочек, да? Хотя можно, в принципе, заточить парочку. Этот уже аж фиолетовый. Ясно. Жизнь Уинджа здесь никогда не была легкой, но кровавый бивень устроил вообще лютую расправу. Так, это все нам пригодится, но мы должны идти по следам, чтобы поскорее до него добраться, и началась битва. Ах, надо как-то расследователи. Тут и так все понятно. Да ладно, это шкура его? Шипы мамонту не помеха. Мамонт громит деревню. Да, но как бы вообще-то такой неплохой такой кусман отодрала. Маленькое чудовище. Ты хочешь сразиться со мной? Ты просто не знаешь, что я научился стрелять. Видимо. Маленькое чудовище. Не думаю, что хорошая идея вызывать кого-то на подмогу. Не думаю так. А вот бомбы, да. Бомбы, да. Бомба — это всегда хорошая идея. Против мамонта, да? Но если он не горит, это, конечно, будет хохма.
Такое ощущение, что там медведь трахает землю. Не, просто что-то жрет. Ладно. Мне нету никаких причин его убивать, кроме как то, что он решил сам меня убить, да? Я, по-моему, перебдел. Но знаешь, лучше так. Мне вообще, кстати, понравилась формулировочка здесь, когда мы... загружалось сохранение. Ходили в игру с Такаром. Там говорилось, что вот, Такар победил Удам, вождя Удам, Уула. Это вот все. И сейчас остался только один враг. Батари. Но знаешь... И типа тогда Винджи заживут спокойно. Не знаю, я вот не уверен. Я бы не был так в этом уверен, потому что все-таки Такар шебутной. Сильно. Он себе найдет всегда врага. Занятие приведет на хвосте. Вот это вот все насолит кому-то. Мне интересно посмотреть, там будет какая-то арена. Для битвы с мамонтом, чтобы у меня не было особых... Фига себе, все валят отсюда. Чтобы у меня не было особых преимуществ. Глина, это хорошо. Это Шрах. А чё, на меня кто-то уже наезжает? Что за музыка? Мы сейчас посмотрим. Это теплый источник? Да, это теплый источник. Это теплый и ядовитый источник. Что, простите? А чё он не сдыхает? Странно. Хорошо. Костер. След свежий, Винджа мертвый. Другие Винджи бежать много следов. Ага. Обожди, вон там есть, я вижу следы. И вон там. Это что, меня здесь гиены гоняют, да? Что, простите? Кабанчик! Попутал, кажись. Это... Этот... Источник. Газированный. Приначит. Кабан немножечко, по-моему, перепутал. Чуть-чуть. А как это так? Мамонт и туда пошел, и сюда пошел. Их что, двое? А на карте что-то говорится? А, их трое. Ну как бы, да? Как бы. Главное выбрать правильный след, да? Тут везде козочки, поэтому я могу собрать, да? Чутка. Но без шкуры носорога ничего не будет. Смотри, он просто шел, убивал лосей на своем пути. А что ты здесь забыла? Вот так вот. Чё? Винджа был, что ли? Fuck you, а? А это что такое?
Обычно они умнее. Но он. Лось слишком медленный. Мамонт стадо убивать. Серьезно? Лось слишком медленный? Туда мне вообще стрёмно ходить, но ладно. Надо так надо. Ты меня еще в следующий раз спалишь, да, сейчас. Ага. Так, ладно. Лось слишком медленный, значит, да? Неужели сразу прямо сейчас так и выследим, а? Есть такие места еще живописные? Интересно. А вот это было бы здорово, если это можно скинуть на мамонта. Исследуйте область. Ого. Лед падать, мамонт ранить. Да эта льдина должна была его насквозь прошить. Кровавый бивень. Безумный зверь. Крушить Винджа. Ага! Ребят! Смарка! Там это! Быстрей! Быстрей! Интересно. Ах, вот оно что! Нет, я думал, что оно так может произойти, но... Риск — дело благородное, да? Блин! А, хотя, в принципе, мы близко. Это что такое, а? Лежать! Ложись! Ну что ж ты за человек-то такой, а? Ну у тебя что, яйца стальные или нервы железные? Какого хрена? Иди отсюда. Развязать. Распустились, блин. По-моему, он не смотрит вообще фильмы ни хрена, вот в упор. Надо же пригнуться в такие моменты. Ну хоть чуть-чуть. Вообще не рыпнулся даже. Так. Хорошо. Хорошо. Почему-то мне кажется, что я не туда пошел, да, но? Типа, а что это за херня вообще? Не, ну вон он мамонт, да, жесткий такой. Ага. Тут, сука, лишь бы стрел хватило, да? А что, он к ним, ко мне не может подойти? Оу! А похер. Типа свалил, да? Ребята! А это что, это мы тут на моего мамонта охотимся или кто? Или что? А, здорово. Расхреначил здесь какие-то кости еще большего мамонта. Вроде бы. И как бы скрылся, да? Иди по следам. Да вообще-то... Это и делаю, но... А куда он ломанулся-то? Так. Да блин, сколько он тут бегал вообще? Хм. А надо вот эту хрень как-то разведать или нет? Как-то что-то с ней...
вытворить. Круто, и чё? Серьезно? Тоже у коровенки чердак снесло. Миш, не надо. Ладно. Сам доигрался. Миш, сам виноват. Да, блинской. Сейчас сбегутся, да? Ладно, забираем добычу и валим. Этого момента еще попробую выследить, да? Ну хорошо, явно мы его должны выследить в двух-трех местах, а потом только, да? Побежали. Что? А? Ну да. Это было, кстати, не обязательно, но ладно. Не хочу я что-то с волками связываться. Сейчас. Тут вся фишка в том, что если, я так понимаю, место выбрано неправильно, то мамонт сваливает. Очень быстро. И если правильно, то с ним еще немножечко сразишься, да? Чуток настреляешь ему в голову. О! Нормально. По-моему, я сейчас прямо к волкам. А нет. Не к волкам, к Винджи. Фу, блин. Твою мать, а! Больная псина! Попробуй, попробуй меня достать вот так вот просто, да? Попробуй. Подожди, а это редкий? Стой! Это редкий пархатый полосатый? Он в жопу попал. Ну давай, Токар. Ну давай, ну пожалуй, ну пожалуй. Ладно. Не гони. Я ж попросил. Ой. Представляешь, такая херня. Ага. Я не знаю, кто-то один из них выглядит как редкий. А та карта умнее, да? Вот это редкий или нет? Это точно не редкий. Стоп! Вернись, я все прощу. На, смотри. Ну чё ты? Ну вот же, мясо. Как это до лампочки, алё? На! Да ты сука кусючая, а? Ну на! Он что, он самоубийца, да, типа? Врагу не сдается наш гордый варяг? Ты гонишь? Я тебе хвост сейчас отстрелю.
Ну все, блин. Да хер пойми, он дикий какой-то был. Он не то, что полосатый, он дикий нахер. Сука, дурной. Ох, мне эти удам. Ох, мне эти волки. Ну ладно, все. Где-то здесь близко бродит. О, это вообще больноватый. Решил водички прямо оттуда попить, да? Пришибленный. Ладно, пошли. Не, рано. Оно здесь было. А что, что в мешочке лежит? Такое. А. Ладно. Интересная штука. Может быть, устроить высоко сижу, далеко гляжу? Корень редкого растения. Хрен пойми, какого вообще. Так. Сделайте мне, пожалуйста, кровавого бивня. Заверните его. Вот и выследил. Типа, очень прятался он, да? Я ему височную долю так как шарашу, а ты посмотри. Посмотри просто. Вот это Дакар молодец, а? Сюда иди. Стоп, стоп, стоп. Пошел. Куда пошел? Ладно, режим преследования, да? Но ему бежать особо некуда. Как так, твою мать? А, это обычные пацаны, они просто разбежались, взяли. Ну, ладно. Такар злой, да. Такар злой. Так, обожди. Он-то побежал сюда, но... Ну да. И надо сюда. И кто-то это будет сравнивать с улом? Вот это вот возможность залезть на возвышенность и расстрелять мамонта в висок? Кроме того, урона намного больше наносится ему, нежели тому же самому улу. Даже башка ведет здоровая, и вот это вот. Главное не залазить туда, куда не надо, и все будет хорошо. Так. Ну как бы... Да. Слушай, он не старается. Хотя, знаешь, впрочем, быть может, старается. Ну, быть может, он просто слишком привык дурака валять свинжа с обычными. Бам! И бам! Ну, лицом повернись. Повернись ко мне лицом. Вот так. И смертельный выстрел. Прямо в лоб. Потому что Такар.
Надо добить, да? Чтобы животное не страдало. Какой бы он ни был бешеный, милосердие Такару не чуждо. Ну а также, конечно, мы снимем с него шкуру. Пока это не сделали волки. Серьезно, ребят? Это серьезно, да? То есть я только что мамонта захерачил, вы думаете мне что-то предъявить? Обожди, а это его вонь? Ну, похоже, да. Я только не понял, шкуры редкого мамонта мы не добыли, что ли? Тихо! Ай! Вот будет не здорово, если волчара сейчас съест. Смотри на них, а? Вожак, кажется, лизнул. Не, это с Улом даже и близко не сравнится. Я не знаю, кто это мог сравнить с Улом по уровню сложности. Что этот убил разок, да и то потому что я дурака решил свалять, залезть туда. Хотя это было заведомо суицидом. А так вообще справились без ловушек. Я думаю, загонять его на ловушки или под вот эти вот хреновины. Это было бы намного сложнее. Серьезно? А еще? Это полосатый или не полосатый? Я ни хрена не могу понять. Вообще хз. По-моему, нет. Интересно, а где-то есть здесь олени? Оу, тут и близко оленей нет. Здесь только серьезное дерьмо, да? Здесь оленей не бывает. Но мамонты водятся. Найти и спасти. Это все, конечно, хорошо. Всегда верен, да? Угу. Что мне тут про деревню пишешь? Оу! Блин. Сюда глина нужна, и сюда глина нужна. Но у меня шкуры редкого носорога нет. И еще... Фиг его так просто найдешь, наверное, даже. Не знаю. Наверное, стоит прокачать домик охотника. А это типа как будто абсолютно вменяемый, да? Сейчас раз и захреначит. Не. Нормально. Ой. Хотя, знаешь, здесь охотничьи угодья на мамонта какие-то подозрительно большие. Я не представляю просто, как... И зачем это было сделано, и как здесь выживать напрямой, если бегать? Не, может быть, самому зафрахтовать мамонта и на мамонте мамонта херачить? Ну, не думаю, что обычный мамонт против кровавого бивня долго бы выстоял. А у меня есть такие кошки? По идее, да.
Все у меня есть. Че не греемся-то? Ой. Здесь какой-то концлагерь. Иса, ты зря психуешь вообще? Ну тут можно было побегать, попрыгать, вот это все. Ну, не пропадай же шкуре. Ты что делаешь? А если меня сейчас съедят? Из-за этого. Здесь, конечно же, и близко не будет оленей обычных. Здесь максимум лоси, да? Киса, лучше бы ты валила. Но знаешь, поохотиться на оленей можно. Ну такого крупного я не оседлаю, да? От такого крупного можно разве что только отхватить. Не, редкого я бы еще завалил. К сожалению, нифига здесь нету. И в принципе нам по сути здесь-то и делать нечего. По-хорошему. Хотя носороги здесь водятся, нет? Нет, здесь только коровы. Мамонты. Ну давай я гляну вот что здесь. Мне просто интересно, что там может быть такое. Оба-на! Оба-на! Здоровенный. Кстати, а по-моему у меня что-то... Можно было изготовить, нет? Да, вот оно, кровь уруса, редкий северный кедр. Блин! Если я это сделаю, то прощай его хижина. А я так долго и так много уже откладывал ее, что... Не, не хочу. Кстати, навыки. Кстати, навыки. Давай сделаем вот что. Изготовление огненных бомб. Да. Убийство огненной бомбой. Быстрое. Ну, все это идет к тому, чтобы вот, вот эту штуку прокачать на самом деле. Поэтому давай делаем... 10 очищено. Это, блин, немало. Что, простите? Стоп. Событие завершено. Винжа! Спасен пока что! Киса, ты что думаешь, такая юркая, да? Так тебе все можно? Ты посмотри, какого дропака дала, а? Ха! Ладно. Не, это коровенки, да? Это все эти коровы. Яки. Вот это вот вся тема. Вообще здесь на севере на мамонтах ездить, ну как по мне, благоприятнее, чем там, на юге. И здесь тоже можно было бы гаситься с мамонтом, серьезно? По-моему, они переоценили этого мамонта, или... Серьезно? Больноватая кошка. Это были олени? Или мне показалось, это были козочки?
Это абсолютно точно олени. Ни разу не белые, но... Не заметить мамонта надо было уметь. А, ни разу не белые, но чё уж там. Включается еще специальный такой звук, знаешь, такой как будто бы... стук заиндевевших бубенцов, я бы его так назвал. Я думаю, он так и называется в игре. Кровь Уруса мы собрали, пригодится еще. Насчет оленей. Почему-то здесь не указано на карте, что они здесь водятся. Но они здесь водятся. Может быть, еще дальше сюда? Я этого редкого белого просто хрен найду вообще. Да, ребят. Такая встреча. Теперь ты понимаешь, зачем я собираю вот эту вот камень и кровь Уруса и все остальное? Все за этим. Перепелочки, перепелочки. Почему Такар так устает? Неужели действительно так сложно ему приходится сидеть на жопе ровно, а? Жила. Этим кошкам, по-моему, прет со страшной силой. Ладно, где-то здесь, по идее, могут водиться олени, да? Потому что если там нету их места обитания, то, наверное, они прискакали случайно где-то отсюда, да? Упс! Ой, нет, нет, ребят, я, ну случайно, ну бывает же, бывает, бывает, ну случай на охоте, ну перепутал, ну серьезно, чё врубать сразу? Такую ненависть-то, а? Что за люди? Сколько не спаси, все насрать. Все насрать абсолютно. Так, неужели здесь они где-то? Или то, что там парочка была оленей, это вообще ни о чем не говорит. Ну, как бы забежали, да? Случайно. Что меня видит? Ай, насрать. Нет, все сводится, короче, к тому, что ни хрена здесь оленей нет. Да? Куда пошел? Хорошо, а куда я сейчас выйду тогда вообще здесь? Или это тупичок? Аванпост, рога и копыта. Ребята, кажется, я здесь живым не выйду, да? Твою мать, а. Валим, 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 валим. Мясо есть. Внимание, рога вызвали копыта. Давай. Да, блин, вот этого схвати, пожалуйста. Ну же, хватай его, пожалуйста, ну. Да схвати его. А, похер.
Вот так. Ок. Ай-яй-яй! Вот, сука. Разворот. Вот так. Отлично. Это тебе. Сейчас мы этот аванпост вздрючим. Вместе с рогами и копытами. Там еще и львы какие-то. Или что это там такое? Упс! Сука, они в дома прячутся. Это, конечно, подло. Ах ты, гнида! Кто-кто в теремочке? Никого? И вот это полет! Одно из самых стремительных взятий аванпоста. Причем случайного. Шестой? А разве мы шесть уже не захватили до этого момента? Пс. Ребят, не надо так шутить. Он же на меня может разозлиться. Алло. Что это рычит? А-а-а. Но если я выпущу, его придется убить, поэтому как ребята решат? Если они решат устроить зоопарк, то так тому и быть. В итоге, здесь только аванпост. Да. Нет, это, конечно, классно, но это совершенно не то. Каким-то чудом, я так понимаю, все олени сконцентрированы вот где-то здесь. Может быть, здесь. Все, что я разведал до этого, вот здесь только олени, и то мы побегали здесь. Видимо, долго очень я там отсутствовал, поэтому... Так вышло, что всех оленей уже разобрали. К тому моменту. Как я приперся. Или они не попали в ловушки, а просто какая-то... Гнида удамская взяла, да и разобрала все мои ловушки. У меня устал мамонт, ребят, прикиньте. Но на вашу долю хватит. Надо было бы там спуститься, мясо набрать, но это такое. Это такое. За что? Да ты козлина! Тупорогая! Отвалил! Отвалил! Вот и все. Сука такая конченая, а? Да я же ему даже урона не нанес, когда на него он случайно натолкнулся-то, а? Тварь! Хм. А они здесь, наверное, уже и не водятся, да, сейчас. А кто это у нас тут? С ядовитой бомбочкой-то ходит, а? Верни нож. Ну надо же вообще, эти мамонты, конечно, они тупо конченые. Смотри, я вот слышу оленя. Сириус, оно наверху? Мне как бы такая идея в голову не приходит. Дело на мамонте, нихера себе ты вообще отрикошетил. Ха.
Я что, за карту выбрался как-то? Нет. И что здесь? Ты что, долбанулся? Тоже так призывно-то там мычит, а? Как им это удается? Ну здесь же было, да? И ни следа. Ну вот оно, Бэмби. Но я так понимаю, это типа залетное, да? Как бы просто залетное Бэмби. Да, до белого тут, конечно, далеко. Ладно, давай-ка, чтобы долго не бродить, вызовем средство передвижения, самое, что ни на есть, скоростное. Эту козу оставим в покое. Она мне не уперлась вообще ни разу. Я тут спуститься нормально смогу, или... Да, я понял, я понял. Там просто штыки, я не уверен, что это хорошая идея. Блин. Ладно. Лучше перестраховаться, да? Мало ли еще возьмет, напорится, вот это все. А мне потом плач ночь напролет. Ну, надо вообще. Нахрен надо оно. Во. А так он сам обошел, как-то что-то нам нашел. Тут-то я смогу спуститься даже? Или снова мимо? А, олени здесь по верхотуре. Это вообще какой-то бесцветный олень. А как это так? Серьез, а вдруг он белый, а? Ни разу не белый, ну ладно. Кострище. Чё ты? О. Как бы зря что ли нашел. Почему не хочешь? Ладно, давай доскачем до этого костра. Там где-то то ли мамонты, то ли что, но хрен с ним. Все-таки, конечно, быстрее этого клыка кровавого. Нет, ничего, мамонт все же. Он достаточно быстрый, но им приходится маневрировать. Да ну. Оп, оп, оп. А эти маневры, это, конечно, такое себе. Не, ребят, нет, я тут уже одну убил, знаете, вы на меня расстроились вообще, но потом я захватил аванпост, и они такие, а, ладно. Типа, ну, допустимые жертвы, ой. Снес чуть-чуть. Кису. Киса, вернись. Что ты там хвостярой-то своей машешь, а? Надо бы покормить клыка, чтобы он не помер. А то мы сейчас будем сигнальный костер захватывать. Угорай. Видишь, это чудовище, а?
Ладно. Отвлекающий маневр удался. Знаешь, ты молодец. Куда понес? Ты чё, блин? А, ты поджарить? Да не, не надо. Там шкура такая, что капец, жарь, не жарь его. До лампочки. Так, а где этот костер? А, там. Ясно. Так, ребята. Значит, так. Вот это вот уже беда. Все вместе, это зря. Ладно, ты за себя сам? Я за себя сам. По-моему, я немножко раззадорил этого маленького убийцу, и он там их всех сейчас перекиляет. Нет? Упс. Так, а надо ведь помочь, да? А ведь надо ведь помочь! Командная работа! Зашибись. Ты собирался в спину стрелять? Что, охренел совсем? Ты рано кушаешь. Мы еще не закончили. Убивать. Что тебе было вообще? Во. А, кушать хоть на... Я думал, он пожрет, но окей. Кто меня видит, простите? Это было отлично. Ох, ребята, ребята. Да, да. А это была, кстати, хорошая мысль. Свалить и дать ему устроить здесь переполох в маленьком лагере. Большой переполох в очень маленьком лагере. Интересно, куда я вот тому попал? Расстояние приличное. Ну, как всегда, в яйца. Такая херня. В общем-то, очень часто. Кострище 9 из 16. Кстати, неплохо. Очень даже. Но! Давай вот что попробуем. Отправимся сюда и попробуем здесь поискать именно что оленей. Потому что здесь нету и близко даже каких-то их известных мест обитания. Давай, на. Очень странно, потому что, ну блин. Ну, как-то так не везет, да? То есть я выбираю не те дороги. А в жопу, давай поспим. К тому же нам нужно рассвет. Олени только утром бродят. Я не знаю, как так получается, но... Интуитивно я выбирал доселе те места, где их вообще нет, оленей. Тем более белых. Так, какие-то одинокие бродили, но... Давай нацелимся вот в эту сторону. Попробуем найти. Хотя бы даже не то, что белого, просто место обитания оленей, чтобы растыкать ловушки, например. Тем более, я не думал, что у них есть срок давности, а судя по тому, что я не нашел ни единой, очень даже есть. Естественно, я это буду делать не пешком.
Ты хочешь сказать, ты в пещере сидел, да? Ой, ладно. Да люблю. Забей. Окей, все, претензии снимаются. Так люблю, что аж не могу. Давай только найдем хотя бы одно лежбище. Оленей. А то оленеводы здесь повсюду, а оленей нет. Тихо, тихо, тихо. Тигри. Чё это такое тут рычит, а? Страшное. Прикинь. Стрелу из него вынул. Где она в нем была? Ну ты чё? Кто это меня видит здесь? Такой. Да блин! Ты чё это? А я своей добычей не делюсь. Мне как-то насрать, что я у тебя твою отнял. С принципа заберу. И более мясо. Так, ну... костерок этот, конечно, можно взять. Ладно, ладно. Подожди. Зачем? Шутка. Как его тогда отрикошетило, да? Как-то выстрелил он, как из пушки. Я думал, сейчас как приземлиться. Но нет. Это что это там такое? Это еще и было типа тихо. Вот это жесть. А было почти быстрое убийство, да? Блин. Поешь-то карты или не поешь? Почему он не лечится по три ячейки? Или на этом уровне сложности ни хера не будет по три ячейки? Козел конченый. Попал все-таки, а? Словил стрелу башкой, но попал. Серьезно? Дядь, серьезно, да? Оп! Я знаю, когда делать ноги, поверь мне. Ха. Прямо в рот. Верни стрелы, козел. А так все хорошо начиналось. Хотя я был готов устроить трэш. Вперед. Все? Хвостатая. Гринписа на тебя нету. Ты серьезно, мать твою, а? Я не хотел этого делать. Ну ладно. Будем считать, что это менее жестоко, чем оставить его умирать здесь в этой клетке, да? Такая херня. Так, ну это мы отвлеклись немножко. Я просто захватываю здесь костерок. Лишним как бы в хозяйстве не будет. Они тоже, конечно, отбитые. Ты посмотри. Ты посмотри просто. Эта хрень не сегодня-завтра упадет. Они туда наносили столько... оленей таких. Ты посмотри. Психи.
Еще и камней, чтобы оно ровненькое было. Вот, блин, больные. Ну да, я же говорю, оленеводы. Причем к естественным нормальным оленеводам они вообще никакого отношения не имеют. Это так, фигура речи. Так, что я здесь вижу? А я здесь вижу, что до сих пор ни единого оленя. Ну давай попробуем вот это вот как-то разведать, да? Я просто начинаю терять надежду, что, может быть, мне здесь на этом уровне сложности выключили оленей белых. А она типа пошутила, Джема, типа, а найди мне белую шкуру белого оленя, а? Типа, по приколу, знаешь. Не служба, а в дружбу. Как бы я знаю, что нету, но... Ну а чё? Опс. Это нормик? Вот. Здесь Винджей, спасай, не переспасай. Блин, оно автоматом началось. Да, да, надо было мамонтом сюда приезжать. Ладно, постреляем. Кто это у нас тут такой модный, а? Ребята! Опс! Ну, бывает, бывает. Что, ребят, помогаете мне, да? Умнички же ж мои, а? Класс! Молодцы! Сейчас, правда, с другой стороны долбать начнут. Уже начали вроде бы. Там какая-то суматоха. Вижу, 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 вижу. Нет? Два снайперских выстрела и два трупа. Твою. Так, а они пошли с другой стороны, нет? О. Ага. А вдвоем-то нечестно, ребят. Перебор. Когда у тебя нахрен кончатся твои ножички, а? Так, но. Не надо забывать, что здесь челночный бег у нас. И у нас немножечко ранен котик. Но как бы чуть-чуть, да, не критично. Терпит. Что, Винджа, подключаемся, да? Ну как бы, типа да, но на самом деле... Такое себе. Эти тупо из-под земли вышли. Венжа, можно что-то сделать? Хотя бы что-то, а, ребят? Серьезно, это еще не все. Ладно, я рисковать своим котиком не буду. Коть, жри, 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 быстрее, быстрее, жри. Ладно, все, теперь каждый сам за себя. Да твою мать, а! Вовремя ты повернул. Кот живет, да? Кот живет и дерет. Воу. Молодец. Классно снял. Умничка. Умничка. А! Сука, это здоровый, а? Тимворк, сучка, тимворк. Поверь мне, я-то в этом могу. А, жевать не будем, не? Ну ладно. Смотри, какая херня вырисовывается.
Спасать-то это мы мастера, конечно. Ребята, естественно, присваивать себе победу вообще умнички, молодцы, могут. Это уже вторая команда, которая ни хрена не сделала для своей победы, по сути. Ну, ладно. Типа плюс 4, да? Хорошо. Я все могу понять. Не все могу простить, конечно. Да. Но олени, да? Хватит. Ребят, хватит. Давай просто пробежимся. Серьезно, я теряю веру в существование оленей здесь, в принципе. Белых вообще как таковых. Холм Данди. Ага. Опа! Чё-то я здесь слышал такое. Ну, олени есть, да? Что насчет белых? А кто это за моим оленем? Бегает. А, ребят? Неужели? Как так получается? Ну вот они ревут. Но по факту. Нихера. Здесь стадо. Но как бы это не в счет. Нам бы туда как-то перебраться, да? Да блин! Ладно. Козлы. Да разве это олени после такого дерьма-то? Это ж типичные козлы. Больше скажу, уроды. Не, знаешь, это все равно для нашего тигра это перегиб. Поэтому я сам как-то. Ну сейчас попробуем. Туда как-то и там побегать, побродить, хотя... Такое ощущение, что там какие-то вообще эти самые... Одни скалы. Куда я плыву? Что, ни единого подъемника? А? Так, ручками, ну хорошо. О! Вот это вот уже кажется, может быть, приведет меня к оленям.
Хотя здесь настолько скалистая местность, что на тигре не очень не поездишь. Не падать. Мы уже почти забрались. А с другой стороны, ну все равно быстрее, да? По идее. О, они там еще и устроили охоту на мамонта. Ну-ну, ребят, ну-ну. О! Что, простите? А чей это след-то был? Слышь? А чей это был след? И куда он нахрен делся? Неужели это был белый олень, и он тупо куда-то вообще просвистел? Это что такое? Это не от него. Оу! Волосатый волк! Стоп! Стопэ! До сюда! Слушай, а я вот перегну палочку или нет? Волосатый волк, пожалуйста. Слышишь? Блин, у меня сейчас закончится этот самый. Ладно. Делаем суицид. Хайгуар, там наш маг. Ну, как бы не очень белый. Это... Ты чё, попутал, а? Отошёл! Нет, сука! Уходи! Я беру их на себя! Сука, ты на кого батон крошишь, а, мать твою? Пошли нахер отсюда! А я не прощаю. Опа! Здоровое рыло! Ну, привет, блин. Что? Я только завербовал, впервые в жизни увидев этого волка, и они его чуть не покрошили? Ты, мать твою, серьезно? Да я же за него всех порву из вас. Ты когда-нибудь сдохнешь уже или нет? Сука, ты посмотри. А? Завернулись такие лапки. Интересно, он хоть выжил, а? Кстати, Такар замерз. Такой жести взял и замерз. Нет, это хорошо, что я выследил этого редкого волка, конечно, но... А. Шкура с мамонта снимается только с жопы. Да твою же мать, а? Ребята, по-моему, хотят играть по-жесткому, да? А где мои?
взрывные, а? Отвечу огнем на это говёный яд. Думаете, у меня их мало, ребят? У меня их вообще немало. Я могу здесь все здесь нахер сжечь. И, судя по всему, всех. Прямо в мордочку. Просто тупо в мордочку, смотри. Да не просто в мордочку. В ноздрю нахер. Не, это все очень здорово, но... Я до сих пор без белой шкуры гребаного редкого оленя. И холод дает понять, что нужно как минимум сварганить какую-то стрелу, да? Или постоять возле елки. Но, вообще-то, я хотел бы еще вызвать немножечко волка, чтобы хотя бы его тупо приласкать. Потому что в таких ситуациях надо довольствоваться тем, что есть. Вот, и да. Во-первых, почему этих так мало? А, я же их разбрасываю вечно, да? Во-вторых, вот эта штука должна быть на уровне, мало ли когда придется. И глиняные горшочки. У нас всегда их мало. Не, хватит, 7. А, загаси ее. А ты что, зря горит-то? Господи, я думаю, камень шевелит жопой. Это просто тупо космос. Все? Итак, редкий, волосатый волк. Рычит, предупреждая о находящихся рядом врагах или хищниках. Открывает плюс 350 территории меню карты. Неуязвим для огня. Угу. Но по сути... По сути, чуть-чуть слабее вот этого вот ледоволка. Вот. И ледоволк все-таки уступает тем, что он уязвим для огня. Ну, у меня нету саблезубого, потому что мы его не захватывали. Там был вариант взять, но нет. И еще нету редкого черного ягуара. Я, по-моему, таких даже и не встречал. Если что. Смотри, какой. Так на панду похож. Прям даже и не знаю. Иди сюда, пожалуйста. Красавчик. Да люблю. Ну что ты? Да. Давай обоссись здесь все. Ну давай. Ты что, неправильный волк, что ли? Тут все волки все обсыкают. Итого. Оленей найдено 0. Вот я не знаю. Сюда побежать или сюда куда-то. Ну вот. Потому что основная теория гласит, что вот белый редкий олень может появиться только вот здесь, там, где зима. Логично. Очевидно. По окрасу. Да, допустим. Но для этого нужно найти его хотя бы угодье. Вот как здесь. Но это типа на пограничной зоне. Здесь, по идее, не должно быть белых. Но может быть. Я не знаю, рандомно растыкиваются эти животные, не рандомно. Вот здесь, по идее, может быть. Хотя здесь вот скала уже, и тут немножечко всего кусочек. Ну, хз. В общем, как всегда. Это еще предстоит. Сколько сюда? 6 надо, да? Ну, посмотрим, надо будет сделать. Насчет этого дела, а вот как считаешь? Что сделать? Дубину? Хижину ему? Или дождаться и сделать шкуру редкого носорога? Здесь просто, помимо вот этого опыта, здесь еще продолжение истории. Да. О, какая тема. Поэтому, а здесь вот ничего не пишут, поэтому хз. Вот, поэтому я склоняюсь к вот этому дядьке, а... А насчет шкуры редкого оленя даже и думать забыл уже. Не знаю. Ну, хочу, но пока что не получается. Что ж, если тебе понравилось,
поддержи видео лайком. Если не понравилось, ставь дизлайк. Если есть предположение, куда вообще ломануться за этим оленем или за хотя бы каким-нибудь оленем, или конкретно за белым оленем, пиши обязательно в комментариях. Если у тебя есть возможность, поддержи канал, оформив спонсорскую подписку, за что тебе респект, уважение и бонусные видосы по субботам и воскресеньям еженедельно. А ребятам, которые уже являются спонсорами канала, огромное человеческое спасибо за всестороннюю, всеобъемлющую поддержку канала. На этом на сегодня все. Большое спасибо за компанию и... Ба-бай!